Всем привет! Последнее время у нас с друзьями вошло в добрую традицию открывать рыболовный сезон в каких-то живописных местах. Сегодня мы приехали в Муромцевский район, это Омская область, недалеко от деревни Окунёво. Посмотрите, какая красота! Просто обалдеть, я тут первый раз. Красотища. Птички поют. Время сейчас начало 6 утра. Здесь, конечно, с этого берега мы не порыбачим. Просто туда как-то подойти. Это, ну, есть, конечно, варианты. Здесь, видите, места оборудовано лавочками. Такие вот места отдыха сделаны. Вот скамейка есть. Посидеть можно. Закат или восход встретить. Очень классно. Я еще попозже запущу дрона и покажу вам более подробно с высоты птичьего полета, как это все выглядит. Ну а пока, наверное, проедем, поищем более пологий берег. Может быть, там будет не так, конечно, красиво, но хотя бы мусора поменьше. Да, здесь еще река вот поворачивает и весь мусор поджимает под этот берег. Нашли мы более-менее подходящее место. Состав у нас прежний. Ну вот здесь хотя бы можно три удочки поставить. Единственное, клещей бы не нахапать. Нету еще пока, не видели ни одного. Еще холодно. Такой бережок. Маленько даже разложились уже. Места здесь маловато, но обжиться немного можно. Вот первая поклевочка.
посмотрим. Я еще так встал против солнца. Траву, по-моему, поймал. Да, это была трава. Но течение тут прям такое хорошее показалось, как поклевка, как будто. Рано. Ну ладно. Ну, клевало, это четко видно. Не, ну хотя бы ну. Трава клевала. А? Я говорю, трава клевала. Трава не могла клевать-то. Это, наверное, не трава. Это у тебя это. Катается она. А, по дну. Может быть. Я тогда еще дополнительно присобачил. У нас сегодня 7 мая, и вот только листочки начали распускаться. Ну, полазили мы по речке Тара. Красиво, конечно, прям обалденно. Но ни одной поклевки не было, поэтому сейчас, наверное, мы куда-нибудь в сторону Тары поедем. Там уже, может, по дороге какая-то интересная мысль в голову придет. Офигеть здоровенная. Судя по размеру, лет 200 ей. А может, и больше. Вот смотровая площадка. Поют-то классно, согласись. Ну что, объездили мы половину севера Омской области. Нифига нету вообще нигде никак. Последняя у нас попытка по пути домой. Приехали мы на озеро Жилое, вот оно сзади меня. Попробуем хотя бы, может, карасик попадется. Хотя бы какой-нибудь один хромой косой, но карасик. Иначе официально открытие летнего сезона рыбалки у нас не получилось. Поэтому, друзья, будем пробовать. Вот сейчас пока в тишине сидим. Видно прямо плюх-плюх, такие плюхи. Да крупные прям видно. Где-то метров 20, наверное, от берега. Ну, ничего не берет абсолютно. Уже по-разному тут пробуем. А пока ждем, заварили адской похлебки, надо немножко поужинать. Что-то у нас тут клюнуло хотя бы одного. Официально, чтобы сезон открыть. Так. Ну вот. Ну что, я вас поздравляю, мы официально открыли сезон. Да ну. Вот такой вот карась. Ну это неплохой. Пойдет. Ну что, то уже парни домой да засобирались. Разочаровались в рыбалке за сегодня. Ну что, друзья, план выполнен. Решили мы собираться домой, совсем уже потемнело. Уже не хотим ночевать, все устали. За текущие сутки пробег составил 659 километров, ну плюс у нас еще где-то километров 80, наверное, до дома. Там два карасика выпускаем, вернемся за ними повзрослевшими уже в следующий раз. Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч, пока-пока.